Запись пошла. Народ, товарищи, земляне, да, привет из Сиэтла. Сиэтл, Вашингтон. Сегодня выходной. Немножко балдеем, сачкуем, отдыхаем от работы. От слова раб-работа. Раб-работать. Вот была там запись на этот Isuzu Bighorn 94 года, да? Isuzu Bighorn 94 года. 3.1 мотор такого нового поколения, но еще механический. 4JG2, по-моему, если я насколько помню. Память плохая на эти крутые всякие выкрутасы названия. Есть старые, которые J... Так, как же называется? 4GB1, по-моему. Он тоже Direct Injection, очень хороший мотор. Но это тоже неплохой. Еще у этого нету электроники. Поменяли. Вот, смотрите, как он едет этот. Овердрайв не работал, как догнали с Японии. Хозяин, козел, блин, не мог поменять копеечную за 108. Правда, дороговато. Это $180. А этот датчик там в коробке, в раздатке стоит на овердрайв. Но если спидометр не работает, и овердрайв, и он там лампочки моргает, вот здесь вот нападает внизу. А это значит, этот сенсор, датчик скорости надо менять. Там пластмассовый такой, да? Ну, электроника, понятно, говно уже. Был бы трос, был бы вечный, а так электроника, он рано или поздно выходит из строя электрический. То есть там идет шестеренка, а потом в этом датчике переходит уже в провода, как бы вот такая фигня, там фишка на три провода. Подходит от бензинового, так что смело ставьте от бензинового Бигхорна, от американского, от дизельного, без разницы, да. И все, и алло-алло, гони гусей. Вот 120 и всего даже меньше 3000 оборотов. На разгон он, конечно, немножко тяжеленький, туповатенький, не как КЗ. Но, блин, по трассе идет прям песняры, прям белорусские, натуральные. Беловежская пуща, короче. Прет, вон, смотри, 2,9 оборота всего. 170, да? Включи этот спидометр. Да, прям включи. Сейчас покажем скорость на этот спидометр АПС. Загрузили, чтобы в милях показать товарищам с Америки. Хорошая мочина. Пробег у нее 133, что ли. Это... замена спидометра была в Японии. Там все по чесноку, не врут, как эти. У нас там привыкли скручивать, да, там и сказать, что ну ты же знаешь, что пробег был скручен. Да нифига, в Японии там строго. Ну, если только там какие-нибудь паки крутят. Или там какие-нибудь иностранцы, да, которые воду мутят, да, приезжают и расу размачивают там плохими делами. Че, найдешь спидометр АПС? Я тут все. Две. Ну, подвигай. На рабочем столе есть там. Да не там, где в этот. Не в App Store, а вот здесь вот поищи, да. Вот тут поищи. Да не тут. Ну вот рабочий стол, подвигай туда-сюда, да. А не там где-то у тебя иконка. Да вот тут подвигай, поищи где. Подвигай туда-сюда, поищи, где спидометр этот находится. Да, вот мы люди старые, поэтому с компьютером он у меня. Проблемы. А, вот, да. Так, едем сейчас. Я давай вот 68, да? Это у нас в милях. 68 mile per hour. Вот 120, да? 120, это 70. Поближе поставь сюда, чтобы можно было. Нет. Да, вот теперь смотрите, что в километрах творится и что в милях. Ну, 120 идет просто песняры. 70, no problem. 75, no problem. Easy. Easy peasy. Вот, 120 идем, красота. Сейчас сколько, покажи? 125. 170, also easy. For this engine. То есть для этого моторчика это не скорость, как бы. Ну, уже новое поколение. Но старый тоже ничего, бодрячок. То есть идет легко. С комфортом едешь и балдеешь. Ну, просто балдеешь. Что рассказать? Ну, он семиместный, но японец сиденье выкинул. Там где-то, да? Потом вот эти рекары у него, сиденья говенные. Ну, они хорошие, конечно, но качество говно. Ну, там рвутся, ломаются крепежи вот эти, регулировки и так далее. Не то, что японский оригинал. Японский оригинал, да еще бы, если правый руль, Ребзя, это самая лучшая машина в мире. Если ты лентяй и не хочешь ремонтироваться, и хочешь молотком и кувалдой, ну, не молотком и кувалдой, а набором простых ключей отремонтировать. Обычно самый лучший ключ это на 10 в японской машине. Практически все можно отремонтировать. Ну, 8, 10, 12, может быть. Вот такие пирожки, пирожкаки. Куда поворачиваем, Ильича? Налево куда-то, да? Ну, в общем, машина хороша.
пробег маленький, поет песни, кондишка работает, масло поменяли, вот наклейка. Масло менять надо налево, да? А, еще пока прямо, да? Давай. 405-й. А, без разницы, это скоростное налево. Ну, для этих, у кого два пассажира, короче, тому респект. Вот, движок туповатый, чуть-чуть на разгон как бы, хотя большой, почти 3.1, но новый, сколько, через год, что ли, начнем привозить новый 4J, какой там, JJ2, 4JJ2, у него там побольше электроники будет, он пошустрее будет, но и опять же, менее надежный. Кто у кого там от находки до Олмса длинные колготки, от Камчатки до находки, от Сахалина, да? Отзывайтесь, расскажите немножко про этот машина Isuzu Bighorn. Ну, грузовики Эльф, такие же моторы. Кстати, вот у нас на Эльфе движок этот японец пережарил, и головка, маленькая трещина между клапанами, там перемычка где есть. Так, налево, да? Давай сюда. И, ну, заказали головку, все будем перебирать, цилиндры задрало. Наволокло алюминиевые эти поршня, поэтому мы поршня заказали, там прям на блоке выпиты эти номера, номер 3, например, заказали номер 3 гильзы с поршнями в сборе, будем выпрессовывать, вот, собирать там, как во фронтовых условиях, на улице под дождем. Тут все дорого, чтобы где-то найти гараж, мараж, для дилерской это целая проблема, дорого очень и мало. Будем искать что-нибудь, землю какую-нибудь, где-нибудь деревни подешевле, чтобы можно было там гараж поставить и уже машину дома доводить и возить там запчасти, чтобы все было. Механика надо нанять. Кто хочет в Америку, приезжайте. Тут работы море, блин, просто море. Машины ремонтировать или даже те же машины продавать. Тут просто моря. Море. Что-то щелкает, да, кто-то, не понял. Глушитель у кого-то стреляет, что-то. Когда машина пердит у кого-то. У нас 27 лет машине, и то не пердит. Едет как песняры, как Битлз. Ладно, едем в гости к одному парню из Челябинска, к его семье. Да. Биалиш кушать. Не беляши, а Биалиш, он большой. Биалиш, да? Большой башкиро-татарский, узбекский, казахский. Биалиш. Давайте пока, оставляйте комментарии. Что-то уже я намного тут наговорил. Пока жарко у нас, короче. Вирус процветает, вирус в гору идет. Так что это, у нас тут все пооткрывали эти, да? И народ, ну, в масках ходит сейчас, правда, уже. Начали маски ходить. Так, ну, что еще? Ну, еще раз, машина крутой. Это Irmscher. Какой называется он? Irmscher S, по-моему, что ли? Да, ну, потому что сиденья у него эти. Может, подвеска там что-то стоит. Это итальянская или какая там специальная комплектация. Сидушки такие, руль вот кожаный, смотрите, муму или что-то. Такой он, такая кожа у нее крутая, перфорированная, да, местами. Что еще у нее тут есть? Подогрев сидений, да? Есть, подогрев сидений, стабилизатор отключается. В общем, красота. Машинная красота. Да, вчера чуть не купили, у клиента чуть-чуть денег не хватило, сейчас будет дособирать. Потому что она чистенькая, красивая. Она, правда, перекрашена была в Японии. Но, видать, хозяин следил. Один хозяин. В общем, красавец. А, вот у нее вот эти кнопки иногда ломаются слева-справа. Еще. А, и генератор. У нас, как правило, не стартер, ничего. Из электроники генератор крякает. Ну ладно, хватит.